Недорогая гитара, которая круто звучит. Я Риф Адей, это Skiff Music, а это Les Paul Studio. Золотой стандарт в мире гитарного звука. И стоит он аж 140 тысяч рублей. А это Les Paul от Harley Benton. И стоит он 35 тысяч рублей. Но есть ли такая же существенная разница в звуке этих гитар? Пиши в комментарии.